не соберусь. Вдох. Борис Бедров. Неважно. Борис Бедров. Ну давай. Хватит. Борис Бедров и Юрий Ладышко. А, то есть необходимо мне сейчас еще раз проговорить этот текст? Конечно. А только... Ты сам хотел второй раз, без гэгов. Говори. Да что сразу без гэгов? Ваня! Ты не в школе. Когда гонорар будет? Когда-нибудь да будет. В эфире передача «Кто хочет стать ученым Санкт-Петербурга». С вами снова я, ее ведущий Борис Бедров. Рад приветствовать наших победителей отборочного тура, доктора-врача и Рональда Уизли за столом нашей телевикторины. Играем на 49 мультирублей, напоминаю. Также напоминаю нашим участникам, что будет задано 10 вопросов, и вам будет доступно 4 подсказки. Помощь Гугла, 50 на 75, право на 0 ответов. Замена вопроса. А был отборочный тур какой-то? Нет. Ладно. У меня вопрос. А можно пользоваться подсказкой, чтобы не отвечать 10 раз? Простите, но нет. Мы выбираем замену вопроса. У вас есть что-нибудь про группу Тату? Нет. Есть что-нибудь про египтян в космосе? Нету. Первый вопрос на целый один мультирубль. Слушать внимательно. В каком году был основан город Санкт-Петербург? А. 1703. Б. 1861. С. 1941. Д. 862. Так, я тогда спала. Ты знаешь это? Б. Б. А. Б. А. А. Первый. 1703. И это правильный ответ. Кто основал город Санкт-Петербург? А. Петр Первый. Б. Петр Второй. Я. Ты не Петр. С. Василий Шуйский. Д. Петр Третий. Петр Пятый. Петр. Это разве не сигареты? Нам нужно подсказку. Первый. Первый так первый. И правильным оказался ответ доктора-врача. Третий вопрос на 2 мультирубля. Какой из императоров стал последним до организации временного правительства? А. Александр II. Б. Александр I. С. Александр III. Д. Николай II. Мне нравится мое кольцо. Мы не коррупционная передача. Нам нужно подсказку. Нет, я знаю. Ты не знаешь. Знаю. Александр Первый. Угу. Вам нужна подсказка, говорите? Да, нам нужна подсказка. Какая именно? Мы хотим, чтобы вы ответили за нас. Николай Второй. Врёте. 2 мультирубля остаются мне. А, вы же вы ответили? Шутка. Тут все куплено. Конечно, куплено. Мы же коррупционная передача. Убираются Минск и Сталинград. Остается? Брест-Ленинград. Давай Ленинград. Да не. Омск. Ну, Брест на хлеб похоже по звуку. Омск. Мы выбираем Ленинград. Поздравляю. Вы проиграли. Наконец-то. Я пошла есть. Не запланировано. Мы сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим.